Нужны выборы, да, нужны, да. Надо обязательно, чтобы все было легитимизировано. Выборы необходимы, но только нужно учитывать, ну, мнение и чаяние Юго-Востока. Без этого никак. Ну, потому что любые выборы будут пшиком. Юго-Восток и Киев, им нужно сесть и, ну, сидя, глаза разговаривать. Договариваться нужно, договариваться. Не воевать, а договариваться за столом.